Приветствую вас, и поскольку есть определенная связь между тем, что вы применяли насилие к своей жене и состоянием алкогольного опьянения, то думаю, что исключение второго поможет вам нейтрализовать первое. Проблема заключается в том, что если вы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, испытываете повышенную агрессию, то это означает, что она, агрессия, является следствием определенных ваших переживаний, конфликтов, может быть, противоречий внутри вас. И вот эти противоречия, с одной стороны, могут стимулировать вас употреблять алкоголь, с другой стороны, могут стимулировать на проявление агрессии. И тогда необходимо проработать именно ваши противоречия с тем, чтобы все-таки разрешить их. И тогда вы можете и алкоголь употреблять понемножку, конечно же, и не бояться при этом нанести вред своей супруге, которая, естественно, не заслуживает такого с ней обращения. Если же у вас имеется основание полагать и считать, что никаких внутренних противоречий и конфликтов у вас нет, и что все дело лишь только в алкоголе, то тогда, конечно же, выпивать стоит перестать, а возможно, нужно даже обратиться в наркологическую клинику, чтобы вам помогли, если есть такая нужда, помогли лучше поставить диагноз в плане зависимости от алкоголя. И тогда, когда будет соответствующее заключение, можно уже предпринимать конкретные шаги. Если вам, допустим, действительно будет тяжело без алкоголя, то, возможно, тогда потребуется соответствующая терапия. Ну а если отказаться от алкоголь, от спиртных напитков вам не сложно, то тогда, конечно же, лучше всего это сделать. Потому что люди, ну, вообще говоря, вот для начала, да, а для чего человек может выпить? Чтобы было веселее, чтобы расслабиться. Соответственно, так получается, что алкоголь на вас влияет, ну, вот таким не очень хорошим образом. Но расслабляться-то все равно нужно. И веселье тоже хочется. Поэтому желательно, чтобы вы, отказываясь от алкоголя, не приносили в жертву свое расслабление и веселье. Ибо это необходимо в вашей жизни. Просто способы достижения этого необходимо искать другие. Такие, которые не связаны с алкогольным опьянением. И тогда, думаю, у вас все будет хорошо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.